Раз вот, на том вечере, о котором рассказывала Люба, когда Таня его привезла, это было уже значительно позже того времени, когда вечер начался, но это был уже с Сережей совсем другой вечер, не то, что было раньше. Раньше были стихи, хорошие стихи, Люба хорошо читала, а потом это было что-то феерическое, когда он запел. И когда я услышал его голос, потому что его голос проникал прямо глубоко в душу. И это уже было чувство совершенно другое, когда слушаешь его, потому что он был чем-то материальным. Он как-то тебя преображал, что ли. Вот, а потом я был и на концерте в соборе, и нужно вспомнить, наверное, еще его концерт в кафе у Наташи, когда он там экспериментировал с романсами. На фортепиано играл шикарно. Да, играл. И он там... У меня есть эта запись. И он там раскрылся совершенно с другой стороны вообще. Потому что я даже не думал, что он так может петь. А вот в памяти он, конечно, остался у меня Карасем. Ну, я думаю, это у всех. Да, Карасем. И я вижу его, вот, как он поправляет этот ус, который все время у него отклеивался. А льется его дивный и мощный голос. И это не забыть никогда.